Так, уже вторую надпись, вот такие коррективы вношу, живет, пишу. Это получается район Уручья, естественно, по ту сторону дороги от казино. Я не посмотрела номер дома, так что вот такой лайфхак, если что. Во дворе по адресу Уручья, Русьянова, 14, вот такое вот творчество. Сейчас будем работать. Красочка уже подготовлена. Всем привет! Нахожусь станция метро и Кубоколоса за филармонией, улица Золотая Горка. Здесь лестница, вот, которая резко идет вверх, вся обвязана. Вот на каждом пролете вот эти БЧБ-тряпки. Хорошо, что у меня с собой есть ножницы. Я сейчас буду все это срезать. Подготовила пакет, в который буду все складывать. Также тряпки на фонарных столбах, до них дотянуться тяжелее, поэтому если у кого есть возможность, пожалуйста, приезжайте, помогайте. Все, погнал работать. Так, БЧБ, заражение на Золотой Горке практически полностью уничтожено. Вот у меня сколько в пакете получилось этого мусора. Вот, смотрите, нормально поработала. Пара человек подходили, спрашивали, что делаем, что делается. Вот, если у кого-то есть возможность, пожалуйста, подъедьте вот на этих столбах высоко, вот эти вот ленточки навязаны, до них тяжело достать, вот эти вот наклейки. То есть, пожалуйста, давайте, помогайте, Тимурова команда, где вы там? Вот, немножко поработала, планы изменились, но ничего, я думаю, все равно все, что запланировано, сегодня успею, ведь все-таки на первом месте у нас борьба с БЧБ-символикой. Велосипед со мной, всем хорошего дня, пока. Всем привет! У меня сейчас такая приятная ситуация получилась. Короче говоря, мне нужно было ехать на почту. И так получилось, что я замечательно этот момент смогла застать, когда было перекрытие дороги. Это я сейчас в военном городке Уручья нахожусь. И ехал наш дорогой президент из ОМОНа. Я так понимаю, они ОМОНовцев посещали. Вот. Мне не разрешили, конечно, ни съемку вести, ни поближе к дороге подойти, чтобы поснимать, как едет машина. Но зато я возле танка, когда стояла, смогла похлопать в ладоши, попрыгать. И мне, соответственно, из машины, из этой, из главной машины батьки посигналили. И так было приятно, вот. Несмотря на то, что мне не разрешили снимать, но ничего страшного. Наверное, это такая специнструкция у них. Вот такие вот дела. А сейчас иду в сторону почты, уже на почту зашла, там очередь. И в процессе еще, пока оцепление не сняли, вижу вот этих вот солдатиков, милицию. И каждому почти подхожу, поздравляю с наступающими праздниками, благодарю за службу, я думаю, что им это приятно. Вот. Из последних новостей это... То, что мне пришлось в Инстаграме закрыть страничку, потому что мне пришло предупреждение, что наши дорогие из Магары меня просто хотят забанить, завалив жалобу с жалобами страничку в Инстаграме. Поэтому Инста моя сейчас закрыта, ее могут просматривать только люди, которые находятся у меня в друзьях. Соответственно, левых людей я сейчас, естественно, в друзья принимать не буду, потому что это все будет подозрительно и все понятно, с какой целью. Значит, еще интересная новость для вас, подписчики. Возможно, что сегодня... Мне будет звонить блогер Юрий Уваров, и мы будем разговаривать о том, что сейчас происходит в Беларуси. Честно говоря, я надеюсь, моего словарного запаса хватит,
и я не покажусь косноязычным человеком, и я смогу внятно объяснить то, что я прожила за эти несколько месяцев с момента выборов, и поделиться своим опытом, как я стала патриотом. В общем, либо сегодня будет записываться это интервью, либо уже после праздников. Юрий Уваров, это блогер из Бреста, очень советую на него подписаться в Ютубе. Сегодня записываю это видео, потому что вчера была так себе погода это все делать. Стариновская 4, арочка, Уручье. Я уже здесь вчера поработала. Это когда зеленой краски не было, а это вчера. Так что работаем потиху. Дорогие друзья, подписчики, а также белорусы, братья наши славяне, украинцы, россияне, желаю вам в новом году счастья, здоровья, мира в семье, сбытия мечт обязательно. Но в первую очередь, конечно, здоровья. Так вот, насчет здоровья я хотела обратить ваше внимание, если будет возможность выбирать, какую вы вакцину будете использовать против коронавируса, выбирайте, пожалуйста, Спутник V, российскую вакцину, потому что пфайзеровская вызывает инвалидизацию во многих случаях и вплоть до смерти. Так что с наступающим Новым годом, не болейте, берегите себя и своих близких. Всем пока! Во дворе дома Русьянова 14 есть такая электробудка. Это у меня просто не было с собой зеленой краски, опять же, пришлось вот так вот. Я не знаю, чей это флаг получился. Так что работаем, ребята. Уручье, Никифорова 8. Только хотела вам похвастаться, что температура по больнице в Уручье уже стабилизировалась. Нет, нифига. Протестный замок у нас по этому адресу традиционно обновляется ежедневно. Но я тоже, как говорится, не стою в сторонке, помогаю людям обрести покой. Ну вот как-то так. Так, адрес опять в Уручье. Русьянова, 24. Молодая девушка, которая рисовала здесь регулярно панды каждый день. Здесь получается три арки. Вот здесь находится одна из них, вот эта панда, которая закрашена коммунальщиками. Либо у нее краска закончилась, либо она вняла предупреждением о том, что грозит ответственность за распространение символов невнятных на территории Республики Беларусь. Так что потихонечку температура по больнице выравнивается. Все в порядке. Ждем Новый год, дамы и господа. Уручье уже в безопасности и в покое практически.